Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 33-го тура серии А Дженуа Специя. Встречаются 14-я и 15-я команды текущего сезона. Статистика команд. Дженуа без побед в последних 4 матчах. Дженуа последние 6 матчей отыграла на обе забьют «да». Специя последние 7 матчей отыграла на обе забьют «да». Специя проиграла последние 5 выездов. В минувшем туре Дженуа сыграл 2-2 с Беневентом. Команды устроили голевое шоу в первые 20 минут, забив по 2 мяча друг другу. После этого у хозяев была еще парочка реальных возможностей, чтобы забить и третий гол. В частности, выход 1-1, но забить больше не удалось. Специя сыграла 1-1 с Интером. Хозяева один раз стукнули по воротам гостей и забили гол. Не лучшим образом сыграл Ханданович, не сумевший отбить несложный мяч. Интер почти сразу счет сравнял. Перишич затолкал мяч в ворота с пары метров. В тайме втором дважды после удара Мартинеса мяч попадал в штангу, а Лукако не реализовал выход 1-1. Очный матч первого круга выиграл Дженуа 2-1. В этой паре никогда не побеждали хозяева. Все матчи, которые прошли в регулярном сезоне, выигрывали гости со счетом 2-1. Специя проиграла много последних выездов, но в активе у команды выездные победы над Наполи и Сассуоло. Поэтому хозяевам здесь надо держать ухо востро. Специя очень непростой соперник. Команды идут по соседству в таблице и имеют одинаковые показатели по 33 очка. Дженуа 5 последних домашних матчей сыграла в ничью. Специя только столько же выездов проиграла. Если предположить, что обе серии должны прерваться, то в таком случае должны этот матч выиграть гости. Сложно сказать, в общем ничего невозможного в таком исходе нет. У обеих команд идут аномально длинные забивные серии. Тут должно бы уже проскочить обе забьют нет. Но ловить прерывание длинной серии очень сложно. Похоже, что серия А снова зародила длинные забивные серии, как это было в конце минувшего сезона. Поэтому на эту игру снова логично брать что-то в районе 1-1. Не должна бы Специя проиграть 6-й выезд подряд. Из связки ставок Total меньше обе забьют да ничья, самый высокий коэффициент стоит на ничью 3.28. На Total меньше 1.92, на обе забьют да 1.70. Специя в этом сезоне никогда не играла 2 низовых матча подряд. Но и 7 матчей на обе забьют «да» тоже являются длинной серией. Сюда следует добавить еще 6 последних домашних матчей Дженуа на обе забьют «да» и 3 последних выезда Специи на обе забьют «да». Да и в очных матчах команды никогда не играли на обе забьют «нет». Имея на руках такую статистику, пожалуй, логично остановиться на промежуточном варианте в виде тотал меньше 2.5 за 1.92. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.